Так, сначала я. Так, будем начинать, дорогие наши телерадиослушатели, фейсбук-читатели и гости Украинского института будущего. Сегодня у нас интересная тема. Мы с Ташкевичем написали доклад. Написали давно, писали долго, лениво. Вот как бы, но в конечном итоге мы это сделали. Доклад посвящен Беларуси. Он там называется «Беларусь. Состояние, динамика, возможности взаимодействия». И почему мы обратили внимание на Беларусь? Ну, потому что это наша ближайшая соседка, и она, помимо всего прочего, является ближайшим союзником России, с которой у нас проблемы. Но при этом у нас периодически возникают вопросы относительно того, кем может быть для нас Беларусь, поскольку каждое заявление Александра Григорьевича Лукашенко относительно Украины, оно становится информационным поводом, потому что оно окрыляет наших и патриотов, и не патриотов. Все начинают искать какие-то глубокие подтексты, что там Лукашенко имел в виду, что может быть вот у них союз с Путиным разрушится, и Беларусь перебежит в наш стан, и появится какой-то большой проект а-ля ВКЛ, Великое Княжество Литовское в новом издании, а дальше мы пойдем на Польшу. У кого какое воображение, насколько хватает, как бы тот так себе эту картинку рисует. И вот мы попытались разобраться вообще, насколько это все реально, и что вообще реально нам делать с Беларусью. То есть как мы можем взаимодействовать, как мы можем коммуницировать, как мы можем продвигать наши интересы. И, собственно говоря, это доклад об этом. Там много всяких цифр, там много графиков, страниц, наверное, 75-80 такого убористого текста и соответствующие выводы. Поэтому Ташкевич начнет, а там уже по ходу продолжу. Ну, поскольку Юра начинал с того, что каждое заявление Александра Григорьевича Лукашенко является информационным поводом, не далее как сегодня пришла новость, что в Бельгии выпустили шоколадки с крылатыми цитатами белорусского президента, где среди прочего есть слова, что если женщина лесбиянка, то это прощелкал мужчина. Вот. Ну и так далее. Один мой знакомый дипломат в свое время сказал так, что такое впечатление, что в Беларуси существует два Лукашенко. Один, который говорит, второй, который делает. То есть, если смотреть по словам белорусского президента, то каждый найдет что-то для себя приятное. То есть украинский патриот найдет для себя фразы про то, что с территории Беларуси никогда не пойдут ни танки, ни так далее, мы максимум приедем на тракторах, и украинцы братский народ, в том числе и про войну в Украине найдет. Любитель русского мира найдет высказывание про русский мир, то есть, как говорится, чему верить, остается вопросом. А верить остается фактом, то есть я буду стараться говорить кратко, но в докладе, который будет вскоре вывешен на сайте института, примерно половина это отведена истории того, как была построена белорусская модель, чтобы было понятно, исходя из истории, что внешние игроки, наличие ресурсной базы, они достаточно сильно определяют в том числе и поведение основных игроков. Итак, с чего начнем? Начну еще с момента до прихода Александра Лукашенко. Почему Беларусь стала такой, какой она стала, и почему возник, если можно так сказать, эффект избрания Александра Григорьевича Лукашенко президентом Беларуси. В 90-м году Беларусь была одним из промышленных лидеров Советского Союза, причем, если вы посмотрите, что более 50% продукции приходилось на экспорт, и количество промышленности, по разным данным, оно составляло 49 до 50%. Соответственно, после распада Советского Союза у Беларуси были, с одной стороны, вроде бы наилучшие показатели, если оценивать качество рабочей силы, образовательного уровня и так далее. Но если оценивать общую структуру экономики, то в Беларуси были наихудшие показатели, потому что у нее не было сырьевой подушки. То есть невозможно было быстро перейти на сырьевой экспорт, чтобы компенсировать падение экономики. Соответственно, Республика Беларусь была жестко завязана на существующие рынки, в первую очередь рынки Советского Союза и там около 5% рынки Советского Союза и рынки Совета экономической взаимопомощи, то есть Восточного блока. Учитывая, что проблемы начались везде, проблемы не могли не начаться в Беларуси. Дальше вопрос политических элит. Снизу я дал этой диаграммки в докладе нет, там есть цифры, но в качестве диаграммы нет. То есть Верховный Совет избран в 90-м году,
Он состоял из 241 человека, это представитель так называемого партийно-хозяйственного актива, и 37 человек, это так называемая демократичная плынь, то есть относительно демократические депутаты, куда в том числе, как ни парадоксально, входил Александр Лукашенко. Вот, и еще 50 человек, это инвалиды, участники войны, то есть была такая норма, что выборы по спискам, то есть общественная организация, просто в кого-то тыкали пальцем, называли, что ты будешь... Вот. И исходя из этого, фактически началась строиться политика. Учитывая количество и качество белорусской номенклатуры, то первое, что сделали в Беларуси, это и первый вопрос, который был поднят, это вопрос о так называемом сохранении экономических связей. Потому что ключевые рынки были, это российские и все остальные. Соответственно, необходимо было каким-то образом получить дешевые ресурсы. И второе, необходимо было куда-то попытаться продать свою продукцию. При этом экономика, она оставалась плановой. Снова-таки причина в отсутствии новых людей в руководстве страны и в том, что основную политику играл партийно-хозяйственный актив. То есть, с одной стороны, вроде бы коммунисты, но с другой стороны, эти коммунисты, они вели себя достаточно интересно. То есть, когда в позднее время Советского Союза Кремль попытался устроить экономическую блокаду странам Балтии, которые объявили свою независимость, Беларусь была одной из немногих на тот момент союзных республик, которые эту блокаду не поддержали. Снова-таки все рукоплескали, говорили, что вот Беларусь поддержала демократию. Да не в одном глазу. Беларусь просто поддержала возможность заработка, потому что цены, экспортные цены формировались планово, а цены на покупку товаров формировались свободно, как позже в России, так и в Прибалтике. И дельта доходила до 500%. То есть можно было какой-то фирме-посреднику, при том же самом МАЗе, купить, грубо говоря, за 2000 грузовик, продать за 40. Дальше, следующий этап был достаточно... И в этом же этапе, еще 91-92 годы, Беларусь последней вышла из так называемой рублевой зоны. Почему это было, и почему это было важно, почему это ключевым? В докладе есть хороший график инфляции, там можно будет увидеть. То есть до 92 года Россия была эмиссионным центром рублей, тогда еще советских. А Беларусь проводила кредитную эмиссию. То есть Беларусь фактически кредитовала в рублях свои предприятия, вешая всю инфляцию на братский российский народ. И эта лавочка закрылась в середине 92 года, и сразу же после этого в Беларуси инфляция там достигла 300-400% моментально. И поэтому до прихода Лукашенко основная причина, скажем так, и основная мантра на тот момент хозяйства номенклатуры, она же власть, это было введение российского рубля, объединение с Россией и так далее. Возникает вопрос, где в таком случае демократическая оппозиция? Демократическая оппозиция свой шанс проспала в 92 году, собрав 400 тысяч подписей за перевыборы парламента, она не смогла это решение протолкнуть дальше. И плюс на тот момент наблюдался небольшой рост промышленности, снова-таки в связи с кредитной эмиссией, и на тот момент власти удалось изменить отношение людей и восприятие людей, что в принципе все идет нормально. Тогда в первый раз, кстати, не Лукашенко, а именно тогда еще правительство Кепича, в первый раз сказала о белорусском экономическом чуде, потому что на фоне обвала производства по всем странам в 92 году пару месяцев в Беларуси был рост промышленного производства. То есть все говорили «Ура! Белорусское экономическое чудо!» и так далее. А тем временем оппозиция власть проспала выборы. Это представьте то же самое, что после революции достоинства, если бы не провели выборы 14 года. То есть мы бы до сих пор имели большинство регионалов Верховной Рады в том или ином формате. Идем дальше, то есть тут из того, что есть на графиках, хочу обратить внимание на такие вещи, как динамика внешнего долга, он был относительно небольшим, и рост валового национального дохода. То есть, как видите, что Беларусь фактически до 95 года, несмотря на большую инфляцию, валовый национальный доход, он оставался примерно на одном уровне, что тоже способствовало в определенной ступени успокоению общества. В 1994 году была изменена, точнее была создана конституция, которая предусматривала введение поста президента. И фактически конституция писалась под тогдашнего председателя Совета Министров Вячеслава Францевича Кибича. На выборах 1994 года было несколько кандидатов, и снова был проигрыш белорусской демократической оппозиции, потому что, ну, правильно говорят, что демократы объединяются только перед расстрелом. То есть на тот момент, имея достаточно сильные стартовые позиции,
выставили, попытались выйти сразу четырьмя колоннами, причем один из наиболее вероятных кандидатов на сегодня это уже покойный Геннадий Карпенко, он был мэром одного из городов, где проходил эксперимент по местному самоуправлению, то есть, ну, представьте, 93-й год, когда город за счет своего бюджета может организовывать общенациональный фестиваль популярной музыки, достаточно широко, то есть город, в котором действительно добились успеха, но этого человека сами же соратники по демократическому лагерю не пустили, скажем так, до момента выдвижения, и Лукашенко был одним из альтернатив, одной из альтернатив Кебичу, играл на поле популизма, причем играл достаточно активно и успешно, ну, примерно как Юлия Владимировна Тимошенко в Украине. Людям нравился, было якобы покушение на него, что только подняло популярность человека, и в результате он фактически в двух турах он разнес Кебища, ну, просто на куски. То есть, если первый тур там еще оставлял вопрос, то во втором туре уже вопросов не возникало. А дальше самое интересное, то есть, если вопрос возникает в том, кто пришел с Лукашенко. С Лукашенко пришла команда так называемых молодых волков. Кто это такие? Команда молодых волков – это в первую очередь люди, которые не входили в элиту политическую, демократическую и не были партийно-хозяйственным активом. Сегодня большинство из них покойны, либо в оппозиции к Лукашенко. Но как бы там ни было, эта команда, она сделала Лукашенко президентом, она разработала кампанию. И самое интересное, что первые свои, если можно так сказать, заявления, первые свои шаги Лукашенко делал как демократ. То есть в 1995 году была подписана такая достаточно интересный, был подписан документ, который не парафирован, это документ о сотрудничестве с Евросоюзом. И в марте 95 года Лукашенко заявил, что мы сделали первый шаг к достижению нашей главной цели – членства в Европейском Союзе. Но на тот момент Европа сама не знала, что делать со странами Восточного Блока. И Беларусь ожидала какой-то финансовой помощи, либо открытия рынков, ни того, ни другого не последовало. Но последовало предложение из Российской Федерации. То есть в России всегда, если есть внешнеполитический провал, его надо чем-то компенсировать. Если помните, 95-й год – это провал Чеченской войны, необходимо было чем-то компенсировать. В результате Борис Ельцин сделал очень щедрое предложение о создании тогда еще Содружества Беларуси и России, то есть документ, который на первом этапе ни к чему не обязывал. Но, с другой стороны, это давало большие кредитные деньги Лукашенко и открывало российские рынки, открывало доступ к дешевой российской нефти. То есть после этого Беларусь резко подписывает договоры с Россией, несмотря на достаточно мощные протесты, и за счет российского рынка фактически начинается рост белорусской экономики. То есть, получая нефть и газ по внутрироссийским ценам, перепродавая уже нефтепродукты, Беларусь начинает понемножку вылазить. Что и демонстрирует, кстати, график рост ВВП. Видите, с 1995 года вот он пошел. То есть Беларусь начала расти, скажем так, со средними темпами 10%. Снова заговорили о белорусском экономическом чуде. Тем не менее, это стало возможным тоже за счет того, что на рубеже 94-95 года были проведены, как ни парадоксально, определенные ступени экономической реформы. То есть была проведена либерализация, в том числе внутреннего рынка, была попытка ценовой либерализации и так далее. Но дальше, с 95 года, получив поддержку Российской Федерации, Лукашенко начал замыкаться в себе, в первую очередь по следующим причинам. Это человек, который любит три вещи. Деньги, власть, признание. Точнее, власть, признание, деньги в таком порядке. Что такое либерализация либерализация экономики в 94-95 году? На тот момент Беларусь стояла перед, можно сказать, началом формирования будущих олигархических кланов. То есть то же самое, процессы были абсолютно идентичны тому, что происходило в Украине. Но крупный белорусский бизнес, он не поддерживал Лукашенко. И в Беларуси до сих пор вспоминают цитату Лукашенко, что привяжу бизнес так крепко к себе, что если умру я, умрет и бизнес. Первое, что началось, это репрессии против крупного бизнеса. Трое известных предпринимателей, которые на тот момент входили в топ-10 самых известных и влиятельных, они ушли в тюрьму. Остальные из десятки, ну практически все из десятки, там 8 человек из 10, они вынуждены были покинуть Республику Беларусь, уехав вместе со своим бизнесом. Вот, то есть началось наступление на бизнес, а дальше началось наступление на политических оппонентов. Причем оно было достаточно интересным.
Я не зря сюда поставил вот такой вот график, это количество преступлений. В докладе он есть. Обратите, пожалуйста, внимание на резкое падение количественных показателей. Дело в том, что на рубеже 96-98 года в Беларуси резко исчезли практически все криминальные авторитеты. Вот был человек, его не стало. При этом в 96 году оппозиция Верховного Совета в Беларуси, она, скажем так, инициировала процедуру импичмента Лукашенко. Процедура рисковала быть успешной, но было вновь вмешательство Российской Федерации, которая заключила якобы мирное соглашение, то есть выступила посредником, и Лукашенко, скажем так, это свое слово забрал в ночь перед проведением референдума по изменению Конституции. Был переформатирован парламент, в новый парламент, состоящий из 110 человек, не попали, естественно, депутаты, которые выступали за импичмент, и дальше начались политические репрессии. И на 99 году оппозиция решила провести альтернативные выборы президента, потому что измененная Конституция 96 года, она предусматривала продолжение срока Лукашенко на 2 года. А срок по Конституции 94 года заканчивался в 99. Тут снова-таки не сумели объединиться, не сумели прийти к одному, то есть это получилось такой выхлоп в воздух, но Лукашенко немножко испугался. И с 99 по 2001 год начинают исчезать политики. Точно так же, как ранее криминальный авторитет. Я не буду утверждать, кто к этому причастен и так далее, но факт остается фактом, что ряд ведущих политиков Беларуси исчезли, их неизвестно, где они находятся до сих пор. Естественно, что это привело к достаточно нервной реакции Запада. Кстати, в 98 году была еще одна знаковая ситуация, это выезд послов из Минска. Причем он был формально связан с так называемыми коммунальными проблемами. То есть Лукашенко просто не нравилось, что резиденция посла возле его резиденции. И в один прекрасный момент послам всех западных стран предложили поменять место жительства. Те отказались. В результате белорусские власти говорили, что это в связи с ремонтом теплотрассы канализации. В результате посольства просто отключили водоснабжение и канализации. Послы уехали на несколько месяцев, потом часть из них вернулась. Ну и окончательно, скажем так, отношения испортились в 2001 году после проведения президентских выборов очередных. Тогда речь шла о достаточно жестких санкциях, но Лукашенко несказанно повезло, потому что через два дня после выборов случился взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке. То есть миру стало не до какого-то там маленького Лукашенко. Но тем не менее, личные санкции действовали. И самое неприятное, что там, где есть санкции, там есть негласный, скажем так, совет не иметь дела с этой страной. То есть это было неприятно, Лукашенко уже попал, если можно так сказать, в первую ловушку. Но дальше было интересно. То есть Беларусь продолжала жить за счет Российской Федерации. До 2001 года у Лукашенко еще была еще одна причина, почему он пытался сыграть в конфронтацию с Западом. На фоне стареющего Ельцина у него была идея войти в российскую политику, как объединитель двух братских народов и так далее. То есть на тот момент даже российские средства массовой информации говорили о предвыборных турах Лукашенко, потому что он объехал практически все российские регионы. Он заручился поддержкой части олигархов, но случилась отставка Ельцина, и к власти пришел Путин. Вот на этом моменте очень интересно изменились отношения Беларуси и Российской Федерации. То есть Лукашенко быстро понял, что Путин делиться властью не будет. Это молодой на тот момент человек, который пришел всерьез и надолго. И если до 99 года Лукашенко позволял себе высказывание, что есть только три великих языка, это английский, русский и там третий, не помню, а на белорусском нельзя высказать ни одну хорошую мысль, если он говорил о белорусском как знаке качества, то с 2000 и был инициатором подписания наиболее, скажем так, опасных для Беларуси межгосударственных договоров, то же самое создание союзного государства и подобное, то примерно с 2001 года при сохранении вот такой вот союзнической риторики формула поменялась. Формула поменялась, например, на следующее. Одни в Беларуси называют это нефть в обмен на поцелуи, вот, другие называют, в том числе, что лозунги в обмен на деньги. То есть Беларусь клянется в вечном братстве с Российской Федерацией, но при этом не особо пускает Российскую Федерацию в свой бизнес и параллельно с этим продолжает паразитировать на российском рынке.
В принципе, на, в определенный момент Кремль это вполне устраивал. Но тут надо отдать должное управленцам в команде Лукашенко. С одной стороны, как я уже сказал, что старая гвардия, от нее Лукашенко избавился на рубеже 95-97 года. То есть вначале поругав ее друг с другом, фактически снова-таки вся команда Лукашенко, она уходит, ушла в никуда. Ну, зачем далеко ходить? Лидер одной из крупнейших белорусских оппозиционных партий Анатолий Лебедько, он, когда я организовал первую антипрезидентскую манифестацию в Беларуси студенческую в 1994 году, он как куратор молодежной политики администрации президента выходил успокаивать нашу площадь, нашу толпу на площадь перед домом правительства. Вот. На тот момент он был ярый Лукашенко. Сейчас он не менее ярый оппонент, скажем так, действующего президента. Кто пришел на смену? На смену Лукашенко пришли номенклатурные кланы, с которым он тоже работал достаточно интересно. Для них он был чужой. Но, играя на противоречиях между различными номенклатурными группами, их в Беларуси было таких кланов около 4, играя в том числе с посадками и силовым блоком, он добился их лояльности. То есть 2001 год это была последняя попытка номенклатуры сыграть свою игру, которая закончилась, ну, в принципе, достаточно плачевно, потому что многие из них потом были лишены всех рычагов влияния, отправлены никуда. То есть Лукашенко к этому моменту, он зацементировал свою власть. И, соответственно, дальше доходы от российской нефтянки, доходы от бизнеса с Российской Федерации Беларуси тратились достаточно интересно. Ну, давайте оставлю этот слайдик пока что. Беларусь начала достаточно активно вкладывать деньги в то, что, ну, галисты называют точками роста. То есть в Беларуси не было сырьевой подушки. Огромные деньги были потрачены на реконструкцию на тот момент достаточно нового белорусского металлургического комбината. Извините, если австрийцы строят его в 1988 году, сдают под ключ австрийцы с итальянцами, но в 1998 он уходит на глубокую реконструкцию. Сравните с украинской металлургией, когда она последний раз уходила на глубокую реконструкцию. Вот. Второе, это были вложены деньги в калийную отрасль. На сегодня в период расцвета белорусская калийная компания, которая в том числе оперировала и российскими калийными удобрениями, контролировала до 37% мирового рынка. Вот. И были вложены деньги в нефтепереработку. То есть с 98 по... Ну, кстати, модернизация НПЗ продолжается до сих пор. В НПЗ было вложено порядка 4 миллиардов долларов за все это время. Причем деньги забирались фактически от других отраслей экономики, но за счет плановости это можно было этот вопрос решить. И они вкладывались просто вот в так называемые точки роста. Поэтому уже на рубеже 2003-2004 года в Беларуси создался удивительный такой симбиоз экономики. То есть небольшая часть, это процентов 20-25, это достаточно эффективная отрасль, целая отрасль экономики. И все остальное это старый советский хлам. Но за счет того, что Лукашенко продолжал играть роль народного президента и продолжал играть популизм, часть прибыли от эффективной экономики, она не тратилась на развитие, она тратилась просто на затыкание дыр, как тратится сейчас, фактически на проедание. Дальше, внешняя торговля. Ключевой особенностью Беларуси является чрезвычайно сильная зависимость от внешней торговли. То есть, если брать статистику Всемирного банка, то внешняя торговля по отношению к ВВП в районе 100 либо превышает 100%. То есть, зависимость чрезвычайно мощная. Они там считают общий импорт, экспорт, то есть добавленную стоимость, это методология в докладе, скажем так, раскрыта. Но я обращаю внимание вот на сальдо внешней торговли. Смотрите, пожалуйста, то есть экспорт, импорт и, скажем так, сальдо с остальными странами, то есть вне без России, сальдо с Россией и общее сальдо. Как вы видите, то есть Россия достаточно много покупала Беларусь достаточно много покупала у Российской Федерации ресурсов, то есть с Россией традиционно огромная, скажем так, негативная сальдо. При этом деньги зарабатывала на внешних рынках. Несмотря на санкции, несмотря на, скажем так, все возможные ограничения, Беларусь успешно торговала и торгует с другими странами. Это, значит, кстати, одна из ремарк в ответ тем, кто ожидает, что Россия вдруг и сразу начнет загибаться от введенных санкций. Приведу маленький пример. Есть такая фирма, ну, учитывая, что в Украине идет война, я думаю, все слышали про белорусскую оптику. В
Есть такая в Беларуси фирма, с одной стороны, Белома, которая входит в белорусский военно-промышленный комитет, а с другой стороны, компания Pulsar, а наш Yukon, Advanced Logic, а наш еще много-много-много чего. Когда в 2014 году Украина начала покупать прицелы ночного видения и оптику у Белоруссии, белорусский военпром, ну я про это в том числе написал, белорусский военпром даже издал что-то типа опровержения. В Deutsche Welle, там журналистку пригласили, сказали, Белома не продает. Действительно, Белома не продает. И есть санкции, которые запрещают продавать на внешних рынках. Но фирма Pulsar, она же Yukon, она же много-много-много чего, она имеет несколько регистраций. Основная регистрация – Техас, Соединенные Штаты Америки. Кроме того, Литва, Китай, естественно, Российская Федерация. С недавнего времени и Украина. И фирма Pulsar, она же Yukon, по прицелам ночного видения первого поколения занимает в различные годы от 61 до 70% мирового рынка. Вот вам и ответ. То есть Лукашенко прекрасно научился обходить экономические санкции. Я более чем уверен, что точно так же, говоря про Россию, что точно такие же процессы происходят в России. То есть это больно первые два года, потом это привычно, потом находятся варианты, каким образом можно работать. И фактически за счет санкций, кстати, выработалась еще одна очень интересная вещь. Это функционал Беларуси как государства контрабандиста. Насчет денег и Лукашенко контрабанды. Маленький пример. Была такая фирма Торг-Экспо, которая в 80-е годы курировала примерно 25% белорусского экспорта. Братская Беларусь без пошлин. Эта фирма была под основателем был благотворительный фонд имени Махмуда Эсамбаева и Русской Православной Церкви. Вот под крылышко Православной Церкви Беларусь, как говорится, поставляла в братскую Россию спирт, табачные изделия и так далее. Причем спирт весьма низкого качества. И недобор, только недобор российского бюджета на пошлинах за 98 год составил более 1 миллиарда долларов. Естественно, что эти деньги по белорусскому бюджету не прошли. Вот просто чтобы представлять объемы контрабанды. То есть с этого момента дальше пошла нефтянка и так далее. То есть вариантов на самом деле множество. И вот структура белорусского экспорта по годам. Обратите, пожалуйста, внимание, вот снизу идут нефтепродукты. Видите, до 2000 года, до момента, когда Беларусь, скажем так, вкладывала еще в нефтепереработку, экспорт нефтепродуктов колебался в пределах 15-20%. Потом он сразу дошел до 30, и от 30 до 40 он колеблется до сих пор. А второе – калийное удобрение. Третье что-то. Третье, сейчас минутку скажу, пищевая промышленность. Сельская. То есть тоже очень интересная вещь, что давайте просто пройдемся по каждому. Итак. Нижние, нефтепром. Дальше, химпром. Тут не только калийное удобрение, вот вторая часть. Тут достаточно интересно с нефтепереработкой, что один из ответов, почему Беларусь не будет, вот, говоря о нефтяных перспективах, забегая вперед, полностью отказаться от российской нефти. В Беларуси есть два нефтеперерабатывающих завода, Мозырский и Нафтан. Нафтан, он изначально создан под российскую нефть, не под смесивую с Азерлайт или с Реческой, а именно под российский Уралс. А у Нафтана чуть ниже глубина переработки, но от отходов Нафтана зависит целая отрасль экспортоориентированной белорусской экономики. То есть Белнефтехим с производством лаков, красок. Например, в поселке, откуда я вынужден был бежать, есть такой завод горного воска, который производит технический парафин, один из немногих. У него заказы на страны ЕС расписаны на 4 года вперед. Поэтому в любом случае, скажем так, это надолго, да. Поэтому вот это и есть нефтепром. Пищевая промышленность. Пищевая промышленность тоже интересна вот в параллелях с Украиной. Как работает белорусское сельское хозяйство? Часть, сразу скажу, часть она убыточна, часть она несовременна, часть она ужасна. Но с 2007 года в Беларуси через субвенции местным бюджетам прокачивались огромные деньги на создание перерабатывающих отраслей в экономике. То есть, грубо говоря, если есть ферма, должен быть молокозавод, должен быть колбасный цех. И наряду, если перерабатывающая отрасль в конкуренции с польским мясом, молоком, она практически банкротилась к 2004 году, заградительными мерами на таможне и дальше огромными вливаниями денег в сельское хозяйство, фактически была создана целая отрасль. Маленький пример, что я думаю, что многие из вас покупали в Украине молоко и молочные продукты фирмы «Молочная кушина».
Гомельской области. Это компания, которая создана по этой же самой, скажем так, схеме. Проблема в том, что этот бренд, он входит в сотню самых дорогих белорусских брендов, но в Беларуси он никому не известен. То есть этот бренд, он скупает молоко из Гомельской области. Ну, в Беларуси не считается плохим тоном покупать молоко из районов, граничащих с зоной отселения Чернобыльской АЭС. Покупает сырье, перерабатывает. Кстати, сегодня покупает сырье в том числе из Украины. Перерабатывает, готовую продукцию продает Украине. То есть вот он пищепровод. Сюда же входят частично, в том числе контрабанда, это белорусские креветки, белорусского папайя, белорусская кия. Дальше. Следующий. Текстиль, обувь. Очень сильно сократилась, то есть если видите, что вначале легкая промышленность была сильная, фактически, но дальше сокращаться вряд ли будет, потому что вот примерно на вот этом вот этапе произошло изменение собственника, изменение структуры хозяйства. То есть старые советские гиганты, они просто отошли уже в небытие. И сейчас легкая промышленность, есть, конечно, концерн «Беллегпром», и есть огромное количество небольших заказчиков. И учитывая подорожание пошива в Китае, в прошлом году концерн «Беллегпром» обратился к негосударственным компаниям с просьбой помочь в выполнении заказов, потому что они просто не справлялись. Поэтому дальше уже падения не будет. И машиностроение, вот эта вот зелененькая часть, то есть она примерно тоже остается на одном и том же уровне, тоже меняется структура. Отходя от просто грузовиков того же самого МАЗа, от тракторов, хотя их объемы остаются достаточно большими, Беларусь переходит на спецтехнику, Беларусь переходит на легковой транспорт и так далее. Ну и вот сам ой, прошу прощения, это автопром, вот он сам автопром, он выше, это машиностроение, то есть станки и так далее. Вот если кратко, по структуре белорусской экономики, и ниже это структура белорусского экспорта по годам, то есть доли. Как видите, что у нас очень сильный пик был 2012 год, а потом началось схлопывание российского рынка постепенно, началось схлопывание украинского рынка, ну дальше обвал 2014-2015 год. Вот это, чтобы представлять просто размеры, до которого Беларусь выросла, до которого упала. То есть, если отсюда провести, то Беларусь фактически упала до уровня 2010-2011 года. Ну, 2011, грубо говоря. Не сказать, что это падение критично, но оно достаточно чувствительно для жителей самой Беларуси. Идем дальше. Еще одна очень интересная вещь, учитывая политику, лозунги в обмен на деньги – это торговые войны, информационные войны с Российской Федерацией. Тут перечислены только самые большие, из-за что Россия воевала. То есть те же самые информационные накаты Россия предпринимала регулярно. И если первая информационная атака в Беларуси была пропущена, то есть она действительно подорвала рейтинг Лукашенко, то вторая и третья Беларусь начала понемножку учиться противодействовать этому. В том числе, кстати, с помощью даже и цензуры. Но кроме цензуры есть еще достаточно успешные информационные операции, о которых, если будет время, немножко потом расскажу. Следующий этап – это уже 2008-2010 год. Он был интересен тем, что формы лозунги в обмен на деньги начали давать сбой. Белорусы поняли, что зависимость от российского рынка ключевая, она весьма-весьма опасна, потому что русские все дальше и дальше начинали использовать газовую трубу как способ шантажа не столько политически, то есть создавалась интересная ситуация, что с русским вроде бы дружим, но количество российских инвестиций в Беларуси, оно было весьма-весьма мало. Ну, то есть на сегодня тоже один из мифов о Беларуси. На сегодня говорят, что в Беларуси все выкуплено на русских. Действительно, по количеству российских инвестиций в экономике, в Беларуси по расчетам Центрального банка Российской Федерации 3,5 миллиарда, по расчетам Евразийского банка реконструкции и развития, который учитывает офшорные инвестиции, около 8 миллиардов. Но что это за инвестиции? Беларусь действительно продала свою газотранспортную систему, Белтрансгаз. Сумма сделки была 5,5 миллиарда долларов. Дальше «Газпром» инвестировал в Еврогазпромбанк, который создал, и в реконструкцию ГТС. То есть суммарная инвестиция «Газпрома» 7,5 миллиардов из 8,6. Следующий – это часть нефтепровода, это еще 0,5 миллиарда. Два банка и компания МТС. Все, больше крупных российских инвестиций в белорусской экономике нет. В отличие от украинской, где русские контролируют в том числе часть энергетического рынка. То есть Лукашенко, он на моменте 2005-2006 года, он понял, что если русские скупят все, то завтра они придут, скажут, а ты кто здесь такой? И
2007 года по 2010 была первая попытка провести в Беларуси реформы, первая попытка помириться с Западом. Для того, чтобы, скажем так, найти точки соприкосновения, найти посылы, которые будут поняты на Западе, был нанят вот такой вот товарищ Тимоти Белл, это бывший один из пиарщиков Маргарет Тэтчер. Он работал с Березовским, скорее всего, Березовский его посоветовал. И дядька, надо отдать должное, он сработал просто суперэффективно. Во-первых, Беларусь начала потихонечку восстанавливать отношения со странами Запада, то есть были приостановлены часть санкций. Аккуратно смотрели на преобразования, в том числе политические. В Беларуси провели существенное экономическое преобразование. То есть был скачок в рейтинге Doing Business, был скачок по нескольким другим рейтингам. Но самое главное, что сумели сделать и началась кадровая чистка. То есть первая фактически кадровая революция в Беларуси, когда старая такая постсоветская номенклатура уступала место более молодым. И что Лукашенко смог сделать на тот момент, это, я не знаю, кто, не буду, как говорится, кривить душой, в докладе не писал, но кто-то из экономического блока, они подсказали о надвигающемся экономическом кризисе 2008 года. То есть в Беларуси буквально в начале 2008 года резко изменили систему регистрации бизнеса. То есть зарегистрироваться частным предпринимателем в тот момент стало возможно за 3 рабочих дня. При этом и любую коммерческую организацию. Если нет, то это было административно, а впоследствии, в том числе до уголовной ответственности, к чиновнику, который затягивает время. И это реально работало. Что произошло дальше? Оппозиция к 2007-2008 году, имею в виду политическая, она была обескровлена, потому что выхода в политическое поле не было, карьерного роста не было, то есть, как ни парадоксально, но значительная часть белорусских оппозиционных партий работает за демократию, она не меняет своего лидера. Ну, на протяжении вот уже последних там десятилетий. Вот, то есть, ну, такие вот борцы за демократию. То есть, не было просто притока новых людей. В результате экономического кризиса они могли бы прийти. Но что делает умный человек, когда его увольняют с работы, он теряет работу, но у него есть возможность уйти в бизнес безопасно, легально, спокойно. И плюс на тот момент действовали субвенции для начала малого бизнеса, особенно в небольших населенных пунктах. То есть от государства можно было получить, грубо говоря, беспроцентный кредит порядка $1000, это на 2008 год, это много, сроком на 2 года. То есть выплата началась через 2 года. Естественно, что большинство умных, думающих людей, они ушли в бизнес. Когда ты начинаешь бизнес, по своему опыту знаешь, что первые 2 года, извините, на жену времени не хватает, не говоря уже о какой-то там политике. Соответственно, Лукашенко спокойно прошел, скажем так, местную электоральную кампанию, он спокойно прошел кризисный период и вышел к президентским выборам. При этом, если посмотреть, вот обратите, пожалуйста, внимание, вот прямые иностранные инвестиции в Беларусь. Вот это результат вот этой вот работы. Тут значительная часть, естественно, российских, но с другой стороны, швейцарцы выкупили еще одного телекоммуникационного оператора Велком. Пришли турки, Turkcell, думаю, известно Украине. Пришли деньги, правда, небольшие, в энергетику из различных стран. И в это же самое время Беларусь начала работать с Китаем. По китайским кредитам, то есть начали строиться цементные заводы, инвестиции в энергетику и так далее. Вот это отражено. Дальше был, идем дальше. И вот была очень интересная фраза, на тот момент министр экономики, это одного из новых людей, господина Снабкова, о том, что увлекаться в период кризиса одним партнером нельзя, да и невыгодно. То есть это тоже прекрасно демонстрирует подход Лукашенко. То есть даже если он будет объясняться в любви к братскому украинскому народу, либо к братскому российскому, он будет работать там, где выгодно. То есть ничего личного, просто бизнес. И в этот же самый момент, обратите, пожалуйста, внимание, индекс открытости экономики. И вот количество налоговых платежей, их уменьшение. Вот с 2008 года, обратите внимание, сверху это Украина, снизу это Беларусь. То есть фактически первое такое серьезное снижение платежей налоговых, облегчение бизнесу, пыталось в Украине сделать правительство Януковича уже после, как говорится, отхода товарища Ющенко. В Беларуси это сделали буквально на год, на полтора раньше. И вот следующие интересные таблички. Индекс восприятия коррупции.
То есть в Беларуси практикуется посадка предпринимателей, чиновников и так далее. И обратите внимание, вот уровни восприятия коррупции, то есть это, вот она Беларусь пошла. И вот, скажем так, в начале было падение, чем выше, тем лучше. Потом постепенно рост, 2008-2009 год и дальше. Вот позиции Украины, красная черта, то есть в 2002-2003-2004 году индекс Transparency International для Украины был хуже, потом Украина вырвалась вперед после 2004 года, когда были ожидания, что взяток давать не будут. Ну а дальше? Все пошло вниз. Все пошло вниз. Снизу индекс, скажем так, открытости экономики в рейтинге Heritage Foundation. Тот же самый прогресс, то есть смотрите, до 2008 года Украина имеет лучшие позиции. Дальше Беларусь потихонечку вылазит. То есть это первая реформа 2008 года. И, наконец, следующий слайд, он наиболее красноречив. Надеюсь, что на меня украинское правительство не обидится. Вот, это взял на себя смелость подобрать, скажем так, динамику изменения позиции страны, рейтинги Всемирного банка, рейтинги Doing Business. Обратите внимание, вот график Беларуси, вот то, о чем я говорил. Первая белорусская реформа. В 2010 году после разгона оппозиционного митинга, когда страны ЕС, скажем так, ввели достаточно сильные санкции, и Россия благодаря этому сумела Беларусь затянуть в таможенный союз, вот у нас пошло спадение. А потом с 2012 года снова-таки аккуратная игра, и сегодня снова подъем. Вот график Украины, вот он идет, но он внизу идет. Вот единственное время, когда Украина вошла в топ-10 реформаторов по данным Всемирного банка, это снова-таки правительство товарища Азирова. То есть первое улучшение, скажем так, налогообложения, инвестиционного климата, дальше немножко продолжил Яценюк, и вот последний год это правительство Гройсмана. То есть дальше, я думаю, объяснять не надо. Следующий слайд. Следующий слайд достаточно интересен, тут к этому уже подойду. В начале 2011 год, после разгона митинга протеста и достаточно задержания, в том числе помещения в СИЗО, всех кандидатов в президенты Республики Беларусь, были введены санкции. При этом, когда я смотрел на всю эту ситуацию, меня не оставляло впечатление такого дежавю. То есть в Украине это проходили в 2001 году с делом Гангадзе. То есть, если помните, тогда тоже были достаточно хорошие отношения с Евросоюзом, потом были протесты, потом была нервная реакция властей на протесты, но дальше Кучма вынужден был дальше коммуницировать в основном с Кремлем. В Беларуси это приобрело более жесткие формы, то есть если в 2010 году даже по уставу таможенного союза Путин и Назарбаев говорили, что таможенный союз может заработать и без Беларуси, потому что Беларусь колебалась, то в 2010 году экономике, точнее в 2011 году экономике необходимы были деньги на развитие, необходимы были просто приход инвестиций и дешевые кредитные деньги, которых не было. Был резкий скачок инфляции. Был резкий скачок, скажем так, недовольства населения, и спасательным кругом было с барского плеча предложено России таможенный союз и кредиты по линии Евразийского банка развития и напрямую от Российской Федерации. Но опасность никуда не исчезла, то есть, несмотря на все это, русские под шумок пытались получить контроль над белорусской калийной компанией, как я уже говорил, это 37% мирового рынка. Закончилось это конфликтом с близким к Путину олигархом Сульманом Кирилловым и арестом белорусским КГБ менеджера белорусской калийной компании ставленника Уралкали и попытки похищения топ-менеджмента с Керимова из Москвы белорусским КГБ. То есть был большой скандал, Беларусь, кстати, не продала активы. И дальше начинается самое интересное, то есть на что хочу обратить внимание. Несмотря на все изменения, на различные истории отношений с Российской Федерацией, вот на этом моменте было предпринято, это у нас график, география экспорта из Республики Беларусь, была предпринята попытка проанализировать и спрогнозировать работу белорусской экономики, как экспортно зависимо. Родилась, точнее,
концепция так называемых трех осей. То есть, с одной стороны, это российский рынок, и рынок, точнее, стран СНГ, как в Беларуси называют, то есть, сюда входит украинский. С другой стороны, рынок ЕС и США. И третья, это так называемая дальняя дуга. То есть, уход в страны Африки, страны с Ближнего Востока, страны Азии. То есть, там, где белорусская продукция может быть куплена. То есть, в Минске достаточно четко понимают, что, например, продукция машиностроения, продукция автопрома в Европе, она не будет затребована. То есть, в Европу или ты выходишь пока что с сырьевым экспортом, но в таком случае куда девать остальное? Остальное это Африка, это Пакистан, это Вьетнам, частично Китай, причем, как ни парадоксально, да, в Китае работают несколько СП по сборке, ну, той же самой военной техники белорусской. Китай под своим брендом продает. Тот же самый Волод, это МЗКТ. Такие же самые сборочные предприятия работают в Иране, причем в Иране было очень интересно, что когда Иран попал под санкции, Беларусь якобы приостановила, в 2007 году в этот же самый момент был открыт завод, он один год попадал в даже белорусскую статистику результата его работы, но с 2008 года о заводе в белорусской прессе нету ни слова. Вот это то же самое, как Беларусь добывает нефть в Иране и Венесуэле, тоже аналогичная ситуация. Кстати, один из вариантов, это тоже, что может быть интересно Украине и украинцам. На фоне экономического кризиса Беларусь выбрала, как на мой взгляд, достаточно интересную концепцию, которая возможна в формате командной экономики, экспорта рабочей силы. То есть Беларусь подписывает контракты на строительство достаточно крупных инфраструктурных проектов в странах третьего мира. И контракты на добычу нефти, добычу полезных ископаемых. Зимбабве, Иран, Венесуэла, Куба. Ну, это все равно незначительно. В конечном итоге, это не самый высокий процент. Потому что львиную долю все равно заливает Россия. Если вы посмотрите на график, вы четко видите синий вот этот, какой там цвет, который занимает 50%. Да. Он стабильный. Вот идет Российская Федерация. То есть с 50% Беларусь в лучшие годы опускалась до 37% в товарообороте. А дальше снова возвращалось примерно к 50%. Рост 2014-2015 года тут достаточно интересен, потому что если анализировать структуру, то в принципе тут должна быть прямая. Но вот эта вот небольшая дельта, это не что иное, как белорусские креветки, белорусское молоко, сыры и так далее. На этом, кстати, зарабатывает в том числе и Украина, потому что Беларусь действительно стала страной контрабандиста. Но интересна другая вещь. Сравнение экспорта, структуры экспорта в различные страны. На этом остановлюсь поподробнее. То есть если, давайте что, я тут у себя увеличу, сверху, вот это весь мир, Россия. Идем по порядку. В Российской Федерации основное, продукция пищевой промышленности, вот, пошло. Во всем мире, вот, пищепродукция. То есть видите, что в Российскую Федерацию экспорт в 2015 году за счет креветок и всего остального он увеличился в разы. Минеральные продукты, нефть, нефтепродукты. Вот весь мир. То есть тоже очень интересно, что даже в мировой торговле во многом это связано с тем, что Россия ограничила поставки своих нефтепродуктов, хотя 2015 год было еще без этого, доля нефти немножко уменьшается. Химпром.